Его называют легендой пограничных войск. О годах его службы на Дальнем Востоке рассказывают героические истории, приводя в пример молодежи. В далеких 60-х, когда обострились советско-китайские отношения по вопросу территориального разграничения, Виталий Дмитриевич руководил заставой. Сегодня в вооруженном конфликте в районе острова Даманский написано во всех учебниках истории. А юбиляры и его соратники, ныне ветераны погранслужбы, помнят те горячие дни, как сейчас. Несмотря на громадное превосходство, противника было до батальона. Это где-то 500-600 человек. И вот эта горстка пограничников вот эту громаду просто вышвырнула из нашей советской территории. Виновник торжества уверен, защищать границы Родины – это не призвание, а профессия. Он честно признается, что очень ее любит. И откровенно рад тому, что сегодня, выражаясь языком Бубенина, профессия пограничник престижна и востребована. Люди, которые идут в пограничную службу, у них есть что-то, то, что нет, например, у других. Серьезно тебе. А что это, трудно сказать? Ну, видимо, где-то внутренняя такая потребность быть там, где необходимо для Родины. Подарки и поздравления юбиляру в день его 75-летия передали три ведомства – Управление ФСБ России по Краснодарскому краю, Служба города Сочи и Хабаровского пограничного института. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего желали нет не ветерану погранвойск, а герою Советского Союза – генерал-майору Бубенину. Ведь бывших пограничников не бывает. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.